Лучше иметь свою национальную платежную систему. Это же не значит, что все остальное отменить. Но иметь надо. Если бы она была, я бы с удовольствием ей пользовался, кстати. То есть я бы не отменял. И это же, я понимаю, так, можно иметь, допустим, карточку в этой системе, а можно в этой. Всегда лучше, как это говорится, разнообразие в этом смысле. Поэтому я думаю, что вообще это неплохая идея. И будет неплохо, если это будет осуществлено. А вопрос в том, что уже там, как пользоваться, это уже каждый будет выбирать. И, скорее всего, многие будут иметь разные работы в разных системах, чтобы себя страховать.